8 августа ТВ и радио на Патриаршей представляет 3-й городской фестиваль фейерверков. Диджей-баттл, лазер-шоу, супер-фейерверки и хедлайнер праздника диджей Демид Резин. ТВ и радио на Патриаршей. Мы дарим праздник. Генеральные партнеры праздника. Официальный дилер Nissan Premier Auto, Сбербанк, Мегафон, Агрохолдинг Акашево и цифровой гипермаркет «Матрица». Юные спасатели из Мариэл лучшие. Уверенные победы команды марийских школьников завершились вторые международные соревнования школы безопасности. Наши ребята стали уверенно первыми во всех основных видах программы, опередив команды из Казахстана и Белоруссии. От школы безопасности к олимпийским вершинам. Девиз международных соревнований географически определен очень точно. Ведь вторые старты планетарного масштаба в рамках школы безопасности проходили в этот раз в постолимпийском Сочи. Несколько команд из ближнего зарубежья и десяток представляющих регионы России. Сборной из Мариэл выпала честь защищать цвета российского флага. Школа безопасности в нашей республике уже на протяжении 15 лет развивается и республиканских мероприятий проведено уже 12. В этом году были 12-е соревнования по школе безопасности. На Россию мы выезжаем в течение 10 лет. И за только последние 3 года можно отметить такие успехи, как 3-жды чемпионы Приволжского федерального округа, чемпионы России и победители 3 международных соревнований, считая нынешние. Наши парни и девчонки без преувеличения стали триумфаторами Международной школы безопасности, финишировав первыми во всех основных видах программы – пожарной эстафете, полосе препятствий, маршруте выживания и кросс-эстафете. Несколько блекло завершились конкурсы «Визитная карточка» и «Стенгазета», что, впрочем, не помешало нашим стать абсолютно лучшими в общем зачете. Все этапы были сложные, конечно, но самый сложный, наверное, маршрут выживания. Там, потому что первый раз бегали по таким горам, первый раз такие условия, ну, были трудности, ну, справились все равно, старались. Секрет победы в том, что надо подготавливаться, надо иметь большое желание к победе. Первые места – это абсолютный результат во всех основных видах программы. Они старались, они терпели, они перебарывали себя, и это результат. Отбор на старт был весьма жестким, признаются ребята. В сборную попали самые-самые с разных уголков республики. Но оно того стоило. В международных стартах наши стали сильнейшими второй раз подряд. Такое достижение оценили на самом высоком уровне. В Доме правительства, практически в неформальной обстановке, с победителями встретился глава республики Леонид Маркелов. Мы стараемся, чтобы вам было комфортно, чтобы, несмотря на то, что вы все такие вот, ну, непростые ребята, так скажем, звездочки, чтобы вы понимали, что это ваш дом, и вообще отсюда уезжать никуда не надо. А можно достичь успеха и у себя на родине, и подняться очень высоко, и своими делами как бы продвигать республику вперед. Успехи ребят из Мариэл далеко не случайны, и достижения нашей команды последних лет яркое тому подтверждение. Участникам и руководителям сборной были вручены благодарственные письма главы республики. Также движению школы безопасности обеспечена поддержка на самом высоком уровне. По поручению Леонида Маркелова в каждом из районов региона будут сконструированы специализированные полосы препятствий, где ребята смогут в дальнейшем оттачивать свое мастерство. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.